И в 5, и в 75 состояние своего здоровья должен знать. Примерно под таким девизом на выставке представил оборудование Республиканский консультативно-оздоровительный комплекс. Тут же испытывали аппараты в действии. Всего несколько минут, и на руках информация о состоянии сердечно-сосудистой системы, содержании в легких угарного газа и даже психоэмоциональный портрет. Мы находим, то есть выявляем факторы риска. То есть еще человек, пока еще он не болеет, но уже у него есть фактор риска. И не допустить развития болезни. Надеемся на наши контакты и в дальнейшем на нашу совместную работу. И приглашаем вас в нашу республику. Министр здравоохранения Мордовии испробовал телекоммуникационное оборудование. Вышел на связь с медиками не имени Бурденко в Москве. То же самое регулярно делают рядовые местные врачи, чтобы проконсультироваться и поставить диагноз пациенту. Идею тут же взяли на вооружение гости Саранска. Каждый со своими новинками. Всего к нам приехали специалисты из 16 городов. В конечном итоге это, безусловно, обогащает всех. И нас, и наших соседей. Мы знаем, что делается у них. Они видят, что делается в нашей республике. Любопытство не праздное. На выставке решали, что из представленного в ближайшее время появится в больницах и поликлиниках. Главврач из Ордатова в прошлом году закупил в павильонах оборудование на 560 тысяч рублей. Сегодня присматривался к установке по изготовлению кислородных коктейлей. Когда ты смотришь воочию, тем более, когда приятный человек говорит, что это полезно, и тем более наглядно еще физически попробуешь, очень даже эффект хороший. Это я за то, чтобы такие выставки были регулярными. А как, что у нас и делают, кстати, Мордовия? Чем-то вроде кислородного коктейля должна стать для здравоохранения республики и сама выставка. Здесь медики получают заряд энергии и новых идей, чтобы потом развивать и внедрять их в течение года. Ну а следующей весной вновь встретиться в Саранске на выставке «Здоровая нация». Анна Барновец, Сергей Надин, Вести, Мордовия.